Всем привет, дорогие друзья, с вами Меридар, с вами Дьябло, модификация Вильзевул, на повестке дня 4 левел и сопутствующие с ним квесты. О, сразу же золотой топор. Блин, насколько приятно магом-то играть? Где-то так, с левела подземелья какого-нибудь там 3-го, 4-го. Когда ты уже заклинание понаходил. Ну, в принципе. Ой, золотой пацан. 400 голды. В принципе, и лучницей неплохо. Так, топор возьмем. Блин, не знаю, просто прусь от этого, от этой модификации, от этого Вильзевула. Вообще, ребята, просто красавчик. Так. Тому скелетом очкану. Так, нужно его резнуть незамедлительно. Ну, как бы, так-то он особо-то и не нужен. Так, так. Блин. Так вот, ты сядешь в инвентаре колупаться. Ты что, цепись от меня. Так, чё-то я там белый посох нахватал всякой требухи. Я вот никогда не понимал, нафига разработчики сделали даже в том же самом оригинальном Диабло и свитки лечения, и банки лечения. Как бы в чем их был замысел? Непонятно. Так, резнуть скелет я хотел. Так, качнулся левел. Пять поинтов. Как я уже говорил, советую вам придержать их. Где-то в запасе там каких-нибудь там 10-15 поинтов держать. Чтобы когда вам что-нибудь интересное выпало, и вы с легкостью могли качать недостающие поинты, да? Недостающие ловкость там, силу. Это же закон подлости, только левел апнешь. Только скиллы распределишь. Ого! Как его? Гаррет? Гарбат. Ага. А я такой думаю, блин, он на этом уровне, не на этом уровне. Короче, очень любопытный персонаж. Так, сейчас мы тут отмахаемся, чтобы нам никто не мешал. Все, и насладимся этим диалогом. No hurt, no kill. Keep alive. And next time God bring... А, говорит, короче, не убивай, я тебе пригожусь. Сказок обчитался. Так, короче, что с ним делать? Нужно отойти, насколько я помню. Так, чтобы он с виду скрылся. А, здесь еще и второй квест. Так. Нужно было, насколько я помню, отойти. Какое-то время потусоваться. Потом подходишь к нему, он тебе дает какой-то айтем. Блин, давно играл, не помню. Вот. И если второй раз к нему подойти, то он на тебя агрится, вы его убиваете. Короче, делаете бесчестный поступок. Ну-ка. О. А, короче,
Короче, фигню всякую, да? Рандомную. Ага. И можно его типа отпустить, а можно его грохнуть еще раз. Так, тихо. Что-то у меня зубы заговаривают. Блин, хочу в город за банкой сгонять. За банками манны. Так, и сейчас мы табличку подобрали. Да, табличку мы подобрали. Да, вот она. И насколько я помню, если эту табличку сдать вот этому чуваку, то мы получим шлем. Блин, гид, отойди, а. Так, Гризвольд, что ты хочешь? Так. Так, ого, на 1000 починиться. Hello, my friend. Stay a while and listen. Так. Well, what can I do for you? Так. Пять ко всем атрибутам, 6 дамаги, да, добавляется. Любопытно. Так, лифтинг радиус плюс стрендж, это нам не надо. Так, что у нас одето? Ловкость и резистов немножко, да? Топор. Виталити. Фигня. 8 силы заклинаний. Шанс удара. Так. Банки мы не берем. Пойдемте сходим в кадре. Вот, а эту табличку, блин, по-моему, можно мобам отдать. Что из этого получится? Блин, не помню. Ну и фиг с ним. Так. Что за книжки? О, огонь. Ой. Ага, ага. 3000. Ну, куплю, наверное, что. Нафиг это нужно. Мне так никто не бьет. Так, идентификация пускай поваляется. Вот так вот. Так вот. Все хорошо. Ну, по-хорошему бы. Пройти все сложности, коих тут аж 4. Но не знаю, насколько вам это будет интересно, насколько это будет интересно мне. Ах ты козёл. Так я не понял, ты что, резист? Вот этот поворот. А чем же тебя бить? Куда ты убежал? Так. А от огня? Козёл. О! А вот и шапочка. А, блин! Что-то же мне... Тот чувак давал, да за гидом я не увидел. По-моему, тоже шапка уходит, шлем. Ну-ка. Думаю, что же я хотел сделать? Hello, my friend. Stay a while and listen. Так. Шако.
Так, два ко всем атрибутам. Армор класс минус 3. Такая себе шапка, я вам скажу. А что такое? Fire, Vitality. Один лайф раз в 5 секунд. Тоже херня. Армор класс минус 3. Это то, о чем я думаю. Армор 3. Ну вот, блин, жопа. Летать это не нужно. Корону Леорику это лучше. Ладно, так походим. Блин, какой кайф, что есть сундуки. Это просто вам словами не передать. Как я уже говорил, я недавно играл в оригинальную Диабло. Первую. И это такая жопа, когда все предметы разбрасываешь на земле, потому что сундуков нету в природе. Вот, а потом бегаешь, ищешь, что тебе надо. Так. Манна. Пакт. Блин, пакт вещь хорошая. 73 магии. Ладно, не будем качать. Так, давайте с табличкой, наверное, разберемся. Я понял. С той стороны заходить надо. Там пятый уровень. Что-то мне кажется, что это самое. То эту табличку отдаешь просто вот этим вот мобам, да? Здесь это элитник был, вот он, вот ему, по-моему. Вот, он ее забирает, и из-за этого в городе тебе этот шлем не дается. Шапка это Орликина. По-моему, так. Но они все равно агрятся. По-моему, так. Так, ну на пятый уровень мы пока идти не будем. Щит. Так, пакт. Блин, классная вещь. В оригинальной Диабле не было его. Интересно, здесь вот будет проход? А, вроде есть. Ну, в принципе, легко идем. Блин, в оригинальной Диабле, мне кажется, все-таки посложнее. Хотя... Фиг его знает. Как бы всегда в играх есть такая тонкая грань между хардкорностью и, наоборот, легкостью прохождения, да, казуальностью. То есть, если... Это, знаете, как чаша весов. Если одну сторону сильно перекосить, вот, то становится неинтересно. Если слишком легко или, наоборот, слишком сложно. А, блин, левел... Опять левел ап? Пипец, как на дрожжах. Да, короче, баланс очень тонкий. И вот эта вот грань от того, что тебе интересно играть в игру... И абсолютно на нее пофигу. Таится в мелочах. Так, я не понял, а что, я же левел зачистил? Так, вот здесь, по-моему, дочистить можно. Ну, и самое прикольное, что... как бы... Точный рецепт вам никто не скажет. Вот можно, скажем...
сделать так, чтобы голда была по-настоящему ценна. Да? Как это делали в различных модификациях на вторую Диабло. То есть в натуре голда нужна и голды мало. И тогда становится интересно ее выбивать. Тогда ты копишь ее. Да? Она там на ремонт тот же самый нужна, там на выкуп наемников. Вот. И раз, сразу же интерес появляется. Вот. Но стоит там шанс, ну, количество выпадаемой голды там завысить, там, не знаю, раз в 10. Все, ее уже становится очень много. Уже там... Ты ее не собираешь, не это сам, не ценишь ее, да? Тебя постоянно и на ремонт хватает, там, и наемника воскресить, и там шмотки купить, и банками затовариться. И сразу же хлоп, и интерес пропадает, понимаете? Вот, и вот таких вот фич, их очень много. В целом, в играх. Ни хрена себе. Тут, по-моему... Как раз таки в оригинальной Диабло был большой дефицит этой же самой голды. Ага, я помню, мы с чуваком на первой Sony PlayStation читерили. Короче, на землю можно было выкинуть кучку золота, по-моему, 5000 в одной кучке максимум могло лежать. И там какими-то хитрыми манипуляциями, какими-то там сейвами, захождениями, перезахождениями мы эти кучки клонировали. Вот, ну, и золото, и шмотки, и банки, короче, все подряд. Вот, и как бы, да, было прикольно, когда дофигища голды. Ну, как прикольно, легко, да, постоянно хватает деньги на все. Но интерес сразу же пропадает. Знаете, как какой-нибудь чит ввести. Так, это я не понял, это я дверь открыл, это я не открыл. Вот, чит вводишь какой-нибудь, и все, и сразу же интерес к игре пропадает. У меня, помню, такая петрушка была, когда я играл очень плотно. Я тогда еще свой комп первый купил. Короче, очень плотно играл в Диабло 2. Вот, то есть там 24/7 в течение, там, не знаю, полугода, наверное, вообще. Просто нон-стоп врезался в него. Вот, и один раз что-то я как-то дорвался... В интернете нашел, по-моему, программку Atma, как-то она так называлась, блин, уже не помню. Короче, редактор персонажей. И давай себе там максимальный левел вкрутил, там шмоток себе понавытаскал, самых крутых там, рунволдов наварил. Вот, и что вы думаете? Побегал я, не знаю, может быть, там дня каких-то 3-4. И все, мне стало неинтересно. Шмотки есть, high level есть. Зачем играть? Да, и после того я на Diablo, там, наверное, на добрый год, если не больше, вообще забил. Так. Блин, этот свиток, он преследует меня. Слепуши. Так, по-моему, из этого колодца можно несколько раз прихлебнуть. Ага. Блин, классно сделали. Маны-то нет. Вот интересно, оригинальные Диаблы первые сервера еще работают? Самое обидное, что вот я искал не так давно сервера первые Диаблы, хоть какой, хоть Вельзевула, хоть оригинальный.
Вот, ничего не нашел. Ни русских, ни зарубежных. Блин, печальненько. Походу, все через какой-нибудь тангл или хамачи шпилят. Так, это сюда, сюда. Блин, так бы было прикольно по сети побегать. Самое прикольное, что у меня есть друзья, которые тоже там интересуются играми, шпилят, да. Правда, интересы немножко разнятся, но не в этом суть. И вот ни с одним из них я не могу так вот стабильно сесть во что-нибудь поиграть. Там, скажем, то же самое Диабло. То есть, начинаешь персонажа качать, там вдвоем, ну все, поехали, поехали. Потом в итоге то одного нету, то другого нету, то один на левел поднимется, то другой на левел поднимется, то разбежка уже сильная становится, там один бежит, мобов ваншотит, другой там, не знаю, от каждого чиха умирает. Короче, такой дисбаланс становится. И примерно так заканчивались все наши попытки совместных прохождений с друзьями, там того же самого Диабло. Вот, да и других игр, помню, в Торч тоже с другом пробовали начинать играть. В Торч, в Сакрет, первый. Да. Пустая трата времени. Ну, как бы, в основном-то косяк мой был. Я все время перекачивался. Как правило. Так. Хилимся. Банку сюда. По-моему, я там еще внизу что-то недочистил. Ага, вот, по-моему, еще одна комнатушка. Комнатушка. Так. Пояс подобрать. Ну, о, вы понял. Нормально. В итоге второй и четвертый уровень, да? Через два левела, по идее, будет идти. Так, и все, что ли? О, да, по-моему, все. Так. Давайте уж, раз уж мы мимо тут пробегаем. В принципе, блин, очень легко проходится. Я думаю, и варварам бы то же самое было, только... ну, легкость прохождения такая же была, только долго там за мобами этими бегать. Скоро пойдут суккубки. Так, что-то я заблудился. А, выше. Суккубки пойдут, они убегают от персонажа. То есть они рейнджи. И это жопа. Милишниками за ними бегать. Ну, нормально. Нормально. Хорошо идем, пока сложности нету. Ну что ж, дорогие друзья, с вами был Миридар. До новых встреч. Пока.